Для того, чтобы ловить эспаланье, я беру бутылку, обрезаю ее, внутрь бутылки пропускаю леску, там крючок, червячок или блесна, или хоть что, и закидываю вместе с ним. Описание есть в интернете, если кто более подробно. Когда я ее вытаскиваю, то этим плечиком бутылка зацепляется за край льда, а рыба подтягивается вовнутрь. И я ее вытаскиваю на лед. И она не зацепляется мне. Вот все просто.